Не знаю, друзья, есть ли люди, полностью довольные собой? Мне кажется, что при возможности каждый человек хотел бы хотя бы чуточку поменяться. Давайте прямо сейчас в новом выпуске «Анфак» узнаем, что изменили бы в себе люди из мира киберспорта. Это как-то глупо. Изменять в себе, ты все можешь изменить в себе, если ты действительно этого хочешь. Не красть волосы в 10 классе. Вот как итог бы, я бы, наверное, уже ничего бы сейчас конкретно не хотел менять. Тембр голоса сделать чуть ниже. Вообще не представляю, как люди меня на стримах смотрят. Волос побольше хочется, волос побольше. Я когда пересматриваю записи, меня аж в дрожь бросает. Нет у меня толерантности к своему голосу. Наверное, я хотела бы тотально отказаться от лени. Лень убрать свою. Бывает, периодически очень сильно ленюсь, поэтому мне это не нравится. Может быть, более активным мне стоит быть, каким я был когда-то в детстве и в юные годы. Хотя вот сейчас тоже не старый, но как-то все стало немножко пассивнее в моей жизни. Вот в ситуацию, которая тебя жутко бесит, ты понимаешь, что тебе нужно ее решить. Но твоя Ленина, полежи чуть-чуть, еще немножечко, еще 5 минут, и так проходят сутки, и ты понимаешь, что черт, очень много времени потерял. Если бы я не был таким ленивым человеком, порой я бы, наверное, большего добился. Раз я ничего не меняю, значит, не особо что-то хочу менять. Наверное, я ничего не хотел бы себе изменить. Я не знаю, что менять, что во мне менять. У меня все, я самодостаточный человек, у меня все есть. Ну, а зачем? Все, меня все устраивает. Я уже максимально ленив. Лучше. Я достиг идеала. Я не хочу быть больше, толще, умнее. Да вообще, я идеален. Может быть, я бы хотел бы перестать болеть. Каких-то таких жестких вещей, не знаю, не хотел бы ничего менять. Посмотри на меня, я идеальный. Пишите в комментариях, что бы вы изменили в себе, чтобы стать лучше. Или хуже. Решать все равно вам.